Работа коммунальных служб по озеленению не заканчивается круглогодично. От того, что они сделают осенью, во многом зависит результат, который мы увидим весной и летом. В частности, сейчас в городе Бресте проходит высадка луковичных растений. Всего планируется посадить около 50 тысяч тюльпанов. К слову, в 2022 году их было высажено 35 тысяч. Начали мы высадку в начале прошлой недели. Уже мы заканчиваем высадку тюльпанов. Традиционно тюльпаны зацветут к майским праздникам. Обычно высаживаем уже в традиционных местах, полюбившихся горожанам, где любят горожане бывать отдыхать. Ну, набережные, скверы, парки, общественные улицы, где больше всего скопления людей. Ну, такая, как советская. Сегодня высадка цветов производилась на мемориальной аллее. Их именами названы улицы Бреста. Сотрудники коммунальных служб работали в паре. Перед тем, как опустить луковички тюльпанов в землю, подготавливали почву, перекапывали, при необходимости заменяли. После на расстоянии 10 сантиметров друг от друга и на глубину, равную примерно трехкратному размеру одной луковицы, высаживали. В ближайшее время клумбы, где высажены цветы, коммунальные службы укроют хвойными лапками, которые помогут защитить луковицы от сильных морозов. Работа проделана большая, чтобы в мае месяце яркие и пестрые тюльпаны радовали брещан. В этом году будут высажены как полюбившиеся уже сорта тюльпанов, так и новые сорта. Будут, конечно же, различных оттенков, различные виды бутонов. Такие пурпурные оттенки, красные, желтые, сиреневые, розовые с белой окантовкой. И также будут тюльпаны, полюбившиеся пионовидные. Но в этом году немножко будет их разнообразие в плане сортов. Стронглав с темно-красными бутонами, фокстрот, бело-розовый, махровый, дабл принц и новые сорта свитрос. Перпл флаг красивых и ярких цветов в пурпурных оттенках уже весной. Эти разновидности тюльпанов сделают наш город красочным и еще более красивым.